На тематическом круглом столе гости из страны восходящего солнца обсудили с ульяновскими медицинскими специалистами перспективы реализации совместных проектов, направленных на увеличение продолжительности жизни населения. На этом мероприятии была представлена новейшая разработка японской компании Cyberdyne. Ее презентовал основатель, генеральный директор компании Юсиюки Санкай. Он представил роботизированный костюм, основанный на принципах экзоскелетирования. Я занимаюсь технологиями и разработками в сфере роботов и такого рода технологий. Наши технологии позволяют человеку, у которого церебральный паралич или ограничение в движении, двигаться. Этот робокостюм, в котором сенсоры присоединяются к телу с помощью импульсов головного мозга, помогает двигаться человеку. Роботизированный костюм применяют для реабилитации как взрослых, так и детей при различных патологиях центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. К сожалению, их количество ограничено. В Японии создано всего 700 экземпляров такого уникального оборудования. Эти дорогостоящие костюмы выдаются лишь в аренду. Ульяновские врачи заинтересовались в применении данной технологии. Мы, конечно, заинтересованы в применении данной технологии. И мы сейчас ведем переговоры о возможности использовать данное оборудование для населения Ульяновской области. Есть намерение, очень приятно, что они очень открыты контакты, они делятся своими технологиями. Мы, с своей стороны, окажем полное содействие в части проведения сертифицирования оборудования с последующим использованием территории Ульяновской. Ульяновская область, конечно, бесплатно для жителей города и его области. По словам министра здравоохранения, через год-полтора подобное оборудование может появиться и в Ульяновске. В настоящее время японская компания продолжает усовершенствовать роботизированный костюм. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.